Ааа, запись кетті ма? Кетті бе? Тылың деді бе? Тылың деді бе? Үскіннан бері кетті да, болды. Тескерті ототасын осын? Мына херо 4 деп жазылып тұр ғой. Мына ке, чемпион. Жанағы сөзі жазылған деп қой, да қой. Айван сөк отқандар бе? Б4-нің владельцы. Сом, братан, на тебя я ставлю. Ну, 100 оставь хотя бы, ну, мальчик, самолет. Заезд, Игорек, ДТП, Есения, Б4. Прием, прием. Так же записывай, да, Игорь? Можно. Yeah.
А что, в смысле первый раз? Первый раз я же ушел от тебя, братец. Я же морду высунул на Коттер. Первый раз я же морду высунул на Коттер. А ты говоришь, я не догнал. Да просто заедьте. Сейчас, гривану, айбан. Тебе я ставлю. Ну, 100 оставь, да? Хотя бы на пачку.
проверка документов. Вы мне подскажите по закону. По закону что здесь делать? Просто стоим, просто стоим, баки. Видите же, сидим в машине, греемся. Как это греемся? Как это? Вот так это? Тебе что, не устраивает? Нормально сидим, греемся. Салмулик. Массовое скопление машин делаете. Греетесь, не греетесь, я не знаю, вы уже на трассе находитесь. Это трасса одна, в аэропорт идет. Здесь же нету запрещающего знака, что парковка запрещена, правильно? Конечно нет. Но вот скопление машин, дорожный гонок. Мы здесь стояли, они потом приехали и все вот здесь скопились. Скопились, да? Да. А вы могли бы просто отъехать и убрать машину. Ну, и не убрали. Я не знал, что есть такой закон. Вы мне покажите, что скопление машин, вот это вот все. Автохулиганство есть. Но мы не хулиганим. Вы не хулиганите, а вы сидим внутри вот. Них находитесь. Вы вместе со всеми машинами находитесь. Ну это же не говорит о том, что мы хулиганим, правильно? Это же не говорит о том, что мы хулиганим. Не говорит, вы массовое скопление машин делаете в данный момент. У вас все записывает. Да, я все записываю. У вас что было, тут все записано же, правильно? Не, мы можем показать, что было вообще. Мы просто стояли. Правильно, да? Тут массовое скопление машин же было. Ну было. В данном случае. Люди бегали по трассе туда-сюда, правильно? Ну да, и машины менялись, наверное, тут. Вот. Знаешь, а нужно было всех под дублит убрать машины. Все, мы сейчас поедем в город. Поедем в город, будем знать, что нельзя так скапливаться. Все, смотри. Да. Давай.